Химические реакции – это взаимодействие двух или более веществ с изменением их свойств и образованием новых веществ. Вещества, которые вступают в реакцию, называются реагентами. Вещества, которые образуются в конце реакции, называются продуктами. Рассмотрим на примерах. Химическую реакцию у нас записывают химическими уравнениями. В уравнениях обязательно нужно уравнять реакцию, которая дана. Гидроксид калия плюс серная кислота образуется сульфат калия плюс вода. Чтобы уравнять реакцию, нам нужно знать, что в левой части, в реагентах, какое число атомов вступает, такое же число атомов должно образоваться в правой части, то есть в продуктах. В левой части гидроксид калия реагирует с серной кислотой. Запишем, что в левой части у нас есть калия, один атом, кислорода, в гидроксиде калия, калий OH, у нас один кислород, атом, в H2SO4 у нас 4 атома кислорода. Мы что делаем? Их прибавляем, и получается 5 атома кислорода. Далее смотрим на атом водорода. В калий OH у нас один атом водорода, H1. В H2SO4 два атома водорода. 1 плюс 2 образуется 3 атома водорода в общем. И атом серы. Атом серы у нас только в H2SO4, один атом серы. Это мы записали левую часть, сколько атомов дано. Далее запишем правую часть, сколько атомов в правой части. Калия в правой части у нас в молекуле калия 2SO4, 2 атома калия. Кислорода. В калии 2SO4 у нас 4 кислорода и в H2O 1 кислород. Записываем 5 кислорода. 4 плюс 1 это 5. Далее смотрим на водород. Водорода всего 2 атома и серы 1 атом. Записали. Теперь постараемся уравнять. Для этого нам нужно посмотреть на левую часть и правую часть. В левой части у нас 1 атом калия, в правой части 2 атома калия. Чтобы уравнять, нам нужно в левой части перед гидроксидом калия, калий OH, поставить цифру 2. То есть как коэффициент мы записываем цифру 2. Записали. Теперь, когда мы записали коэффициент 2, он относится к общей молекуле калий OH. То есть здесь у нас 2 калия атома появилось. Также к кислороду он тоже относится. Значит, 2 атома кислорода и 2 атома водорода. Теперь посмотрим в правую часть. В правой части у нас та же калия 2 остается, потому что мы никакого коэффициента не ставим. Далее посмотрим на атом кислорода. Атом кислорода в левой части у нас стало 2 атома кислорода в молекуле калий OH и есть 4 атома кислорода в молекуле H2SO4. 2 плюс 4 образуется 6 атома кислорода. Значит, в правой части у нас тоже должно быть 6 атомов кислорода. Для этого мы перед водой молекулы ставим коэффициент 2. Этот коэффициент относится и к водороду, и к кислороду. Калий 2SO4 в правой части у нас 4 атома кислорода, и в H2O перед водой мы поставили коэффициент 2, значит теперь кислорода у нас 2 атома. 2 плюс 4 – 6 атомов. Далее смотрим на атом водорода. Водорода. В левой части перед молекулой калий OH мы поставили 2, значит водорода стало в гидроксиде калия 2 атома. Также в H2SO4 есть 2 атома водорода, поэтому в общем 2 плюс 2 это 4 атома водорода. В правой части перед водой стоит у нас коэффициент 2. 2 умножаем на индекс водорода 2, получается 4 атома водорода. Уравнялось, да? И последнее смотрим на атом серы. Атом серы в левой части 1 и в правой части 1, он уравненный. Получается, при уравнивании реакции гидроксид калия плюс серная кислота мы перед калий OH ставим двойку и перед водой ставим цифру 2. Далее рассмотрим еще один пример. Это реакция азот газа с водород газом с образованием молекулы аммиака. N2 плюс H2 образуется NH3. Записываем в левой части. В левой части у нас 2 атома азота и 2 атома водорода. Записали. Записываем правую часть. В правой части у нас 1 атом азота и 1 атом водорода.
Для уравнивания мы берем сначала атом азота. В левой части у нас 2 атома азота, в правой части 1. Чтобы они уравнялись, мы в правой части перед молекулой аммиака NH3 записываем цифру 2. Значит, 2 умножаем на индекс азота 1, 2 умножить на 1 – 2. Значит, стало в азота 2 атома. В правой части и в левой тоже у нас 2 атома. Уравнялось. Теперь смотрим на атом водорода в правой части. В правой части мы поставили перед аммиаком цифру 2. Значит, 2 умножаем на атом водорода. 2 умножить на 3 равно 6. Стало атома водорода 6. Чтобы в левой части атома водорода стало также 6, мы что делаем? Перед молекулой водорода ставим цифру 3. 3 коэффициент умножаем на индекс 2, образуется 6. Значит, в водороде, водорода атома в левой части 6. Так уравняли реакцию.